Отец, 92 года сегодня, 15 июня 2020 года. Желаем от всех детей и внуков, детей и невесток много, еще много лет жизни. И благословения от Бога. Аминь. 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 Кто имеет уши сказать? Никто, кто не имеет очень дорого сказать Петр Алексеевич, да. И ты что, как все это все? Петр Алексеевич, на царское место. Мы сейчас где-то короновать будем. Давай, генерал Горшков, да. Мы сейчас споем какой-то один куплет Алик песни, и потом внуки, каждый что-то скажет, как words, don't need to be like a big correct, да? Что ты желаешь, дедушка, да, вот такое, что желаешь, дедушка, и каждый скажет вот сюда, потому что нужен контент. Алексей Петрович Мудедов. Значит, поем сегодня все те песни, которые Петр Алексеевич знает и вместе с нами поет. Значит, как тут туда? Алик, Алис Ильич, у креста хочу стоять. Это по заказу. Все, поем. Один куплет, Алик, по одному куплету идут у нас. А, сейчас. А, тогда без рынку, да? И можно и так, и так. Джессик, ты будешь первым. Even English. That's right. Он понимает по-английски. Да, коротко и ясно. Ясно. Ну, деда, внуков так, что до три дня факт. Ну да. Они коротко, они молодцы. Нет, они Получается, Алик? Да, сейчас у меня. Надо чуть притушить там чуть-чуть. Красиво оно будет, а там красиво. Все, Валера, да? Все, поем песню. Конечно! Who's gonna translate? Jessica. Translate to me. Where's Dennis?